Данил, это была ошибка, ты умер. Бля, кому-то точно, я умер, ты был прав. А зачем ты, зачем? А как он вошел сюда? Вот и петух. Положительные отзывы от топовых блогеров. Тысячи довольных пользователей. Доверие европейской аудитории. Регулярно обновляемые лимитированные серии кейсов. Хороший и честный дроп. Все это CSGO.net. Войти ли? Ушлепок, ты маньяк, короче, Миша. Он видит тебя через это. Мне пофигу. Ты называешься? Ты потому что плохой ты человек. Плохой ты человек. Ну давай, Миша. Закрой, давай, закрой. Нет, не закроешь. Ха. Чтобы не повадно было, я сделаю это сам. Здорово. Здорово, Данил, ты чё опять умираешь? Твою мать! Данил, а чё ты первый-то умираешь? Миша, ну почему я? Скажи, пожалуйста, Миша. Где ты, Данил, где ты? Он сдал об майнычке и бежит за мной теперь. Ну ладно, давай, пока, Данил. Серьезно? Данил заперся в доме? Да, Миша, серьезнее Данил некуда. Данил хитрый, Данил хитрый. Ну не хитрее, чем я, император хитрый. Император хитрый? Хитроу. I am Lord. Охренеть, вот что я могу сказать. Просто я не ожидал его увидеть там, почему он оттуда вышел. Вайтер, кто ты знал об этом месте? А я, когда вас искал, я его узнал. А кто в доме закрыл вход? Миша, это ты, да? Нет. А кто закрыл? Я закрыл, чтобы не убегали. Хитрожопое создание. А как попасть еще туда можно? В дом? Никак. Серьезно? А я знаю вход в дом. Я тоже знаю вход, но это не самый лучший вход в дом. Без подвала. Миша, ты видел войти ли, где он? Да пей, разбей. Новую. Миша, это English Woods. Can you... English Woods? Woods. No, я не в том маленьком домике. Где он? Где ты его видишь, Миша? На дворике он бегает. На большом... Да ёб твою мать. В домике всякие маленькие. Да что за говно? It's me. Hello, а, ты закрыл, Данил, красавчик. Твою мать, я чуть не сдох, бля, пошло в жопу. Уходим! Ты дурак, ты чё сюда припёрся-то? Уходим, друган! Он сзади чухает, Миша! Уходим. У меня 10 хп, Миша. Мне пизда, я забыл пригнуться. Твоя кровь, моя кровь! Я твою кровь пить! Сука, откройте! Ты где, куда залез? Что у тебя со звуком стало, Витюля? Ты как будто микрофон съел. Я тебя съел, пупсик. Ах ты сучка. Данилка. Данилька. Пошел в жопу, просто уйди от меня. Мишу заели нафиг, за ногу покусали. Дэнни Льюис. Я сидел в окне, и он подбежал ко мне просто, Миша. Господи, я слышу дыхание смерда. Ты чё? Вайтили, ты где? А что ты открыл, Вайтили? Какой вход? Это тот, который под лестницей, да? Чё ты под лестницей лазил только что? Ты чё? У тебя какие-то проблемы? Нет, мы можем поговорить с тобой. Не надо. У тебя ХП слишком много. Так мы можем на дистанции разговаривать. Зачем? Я знаю твою дистанцию. 2 минуты. Слышишь? Данил, может, уберёшься? Я гораздо дольше держусь. Да, кстати. Так-то да, в этих штуках. Ты слышишь, оно топает где-то. Оно рядом. Оно готов. Где-то в доме. Мы оно где-то на втором этаже, вон ходит. Мы будем летать. Мы все будем летать. Данил, ты снаружи или внутри, хотя бы скажи? Inside, outside, там как бы смотря все дела. Смотря снаружи чего. Он внутри чего-то. И снаружи чего-то. И внутри чего-то еще. Это короче... Он внутри того, что внутри чего-то большего. Достал уже. Да, Данил, давай это подсказку конкретную. Я бы с удовольствием, но. Тоби пизда. Я уже понял. Я уже понял. 17 секунд. Тоби не пизда. О, да тут целая дистанция, блин, но я все равно испугался. Потому что я услышал его топот сзади. А двери не закрываются. Тихо. Все, кажется, все, да. Он решил меня отпустить, сраный зомби.
Я маньяк, я, короче... что за хрень? Да-да-да. Брат, ты умер. Ну ладно. Я выхожу из автобуса, и я, короче, зомби. Страшный, ужасный, злой, голодный. Видишь вот это? Зомби. Понял? Понял, да? Вы где? Вы чё против меня заговоры козни строите? Вы попутали? Угрозы на начальника отставить быстро. Тебя здесь, наверное, нет, да? Ага, точно, я был прав. Он ломается. Ломается, это все понятно как. Он из дома выпал. Бунтарь, чисто бунтарь. Ребл. Привет. Виба ля революцион. А ты... Ох ты, это нечестно. Лосьон, иди сюда. Это для гейм, это для... Ох ты, сука. Лосьон, сдох, короче. Только вонючий шоколад. Фаервуд, значит. Ах ты ушлепок. Иди сюда. Фаервуд. Можно тебе ножом кидануть? Нет. А, Миша, да, Миша, да. Сделай ему больно. Да уж, Лёпа! Смекалочка. Миша, за этого за нейрор. И чё? Что? Он ломает окно, он вылез откуда. Я просто удостоверился. О, это ГГ. Нет, не ГГ. Я застрял в окне, what the fuck? Минута. До конца раунда, хрен убегать, Миша, ты дурак что ли? Умри уже, примета. Умрю. Ага, да. Блять. Нет, умрёшь. Что будем делать? Я ещё и запнулся об угол, сраный скугол. Бля, да одна секунда, это не круто, понимаешь, это не круто, максимально. А где Миш, собственно говоря? Побежал за ним такой, заблудился. Данил, беги. Беги, сука, беги. Что? Как ты убежал? Ватиль, я вышел тебя спасти. Нет, ты вышел посмотреть и посмеяться. Думаешь, это игры? Нет, это жизнь. Дебил. Я еще упал. Бляха-муха! Ты что забыл здесь? Да не, он же знает про это. Ты привел его за собой? Бля, не буду. Какой же ты мерзкий. Испугался, такие все сконцентрированные, на него такой выпрыгнул. В доме. Это дом. А Данил сзади в коробке прячется. Иди в жопу, дурак. А Данил сзади в коробке прячется. Ты мог бы уставать. Ну, я убью тебя, пожалуй. Что? Я думаю, что за хуйня, почему я не могу пролезть? Это нечестно. А где ты застрял в Айтиле? Да я залез и упал, блядь. Всегда ставьте под сомнение то, что говорите. Понимаете, всегда ставьте под сомнение то, что я говорю. А где он тебя убил? Он в доме тебя на выходе убил? Да, вот в люк, дырочки. Короче, давай, загадка давай. Первая. И вторая. Загадка, ну. Значит, три сильных чувака древняя русская мифология. Богатыри. Первая буква? Б. Это была коробка, он был в коробке, но... Теперь его уже там нет. Данил, ты с дьяволом играешь. Первая буква Б. Не, уже не Б. Ну, блин, да пока я загадал загадку, ты черт забежал. Миша, слушай. Вот это подсказка. Данил, он знает об этом месте. Ты упоролся? Он знает. Я знал, да, Данил. Бляха-муха! Не, он правда знал. Я его там убил просто. Чё ты здесь сдох, Вайтили? Вот тут я и сдох. Вот я не смог, а ты тоже не сможешь. Никто не смог. О, да, моя любимая игра. Run for... Нет, видно. Тебя видно. Ты дурак, ты чё творишь, Вайтили? Ну, алё, только, бля, его. Он видит белый снег. Он на улице. Он прямо вот на улице, не в каких-то там штуках-дрюках, уже не на улице, уже спрятался. В штуку-дрюку. Он в доме.
Ну, как сказать, в доме. Ну, у каждого свой дом. Так-то да. Офигенный дом. Он на шифте, походу, ходит, да? Да, Данил, ты умрешь здесь. Иди в жопу, хватит, войти ли уже? А чё, не надо было меня пугать? Бля, вот это сейчас была раковая ошибка, и роковая, и раковая. И срезать я буду очень долго. И профиль карты я знаю плохо. Да, Миша задрот, чтобы срезать жопки с огурцов. Она не открылась, так понимаю, да? Она открылась, но не туда. Сраная дверь! 20 секунд! Бля, не догоню его. Я даже смотреть назад не буду, я слышу. Да, убери руки от клавиатуры резко. Давай поиграем. Я сейчас вступил, Миша. Не, нихуя, все равно. Я даже, блядь, останусь на месте просто. Есть, победа! Блин, это было сложно.